Но вы же, по-моему, не раз говорили, что для вас законы шариата важнее, чем Конституция Это Российской любой, Федерации. Любой мусульманин для меня в этой жизни важнее Корана, ничего нету. И я не отходил ни шагу. То, что написано в Коране, то, что говорится в хадисах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, я никогда не нарушу и не нарушил. И кто мне скажет, чтобы я нарушил, он мой враг. Я истинно верующий мусульманин. Я еще раз говорю, мне моя религия не запрещает, а наоборот обязывает в этом государстве быть преданным, так сказать, государством нашего государства. Поэтому это шайтанчики, там, так скажем, не понимающие религию в ислам, там, трактуют по-своему. Так что я знаю седьмого своего отца и знаю их истории там. Они всегда изучали, преподавали, распространяли ислам. Mm-hmm. Поэтому моя главная цель – это создать условия, и чтобы вырасти достойных мусульман, а не тех ваххабистов или шайтанов, которые взрывают, убивают. А хочу показать истинное лицо мусульманина. Нас не призывает воевать. Есть правила войны, при каких обстоятельствах нужно воевать там.